Привет всем! Для создания буквы в осеннем стиле вырезаем из картона без заготовки. Далее берем трубки из туалетной бумаги и разрезаем их пополам. У меня их три, но вы можете взять и больше. Приклеим все половинки к одной из заготовок, обычно клеим ПВА. Когда они подсохнут, приклеим их вторую. Применяем боковые стенки. Вырезаем полоски и приклеиваем их. Затем обклеиваем обычными белыми листами всю конструкцию и приступаем к окрашиванию. Так как донести горячим постиг моей кисточкой, мне придется воспользоваться вот этой. Кстати, держите кисточки на детей и ножницы подальше друг от друга. Вот что у меня получилось. Как много страз. Обожаю стразы. Они такие яркие, просто прелесть. Ой, звездочка. Раскладываем стразы в том порядке, в котором они должны быть. Лично меня это полное отсутствие какой-либо системы. Так сказать, творческий беспорядок. Я приклеивала стразы горячим клеем. Если у вас его нет, подойдет обычный суперклей. Мне очень понравилось, как получилось. Это мой самый любимый DIY на сегодня. Напишите в комментариях, если вам тоже понравилось. Осень – это пора дождей, и от этого становится грустно. Но это веселое милое облачко с яркими объемными капельками сможет поднять настроение даже в самую плохую погоду. Нам потребуется два белых листа. На них мы рисуем облачко. А затем вырезаем. Из света мы сделаем реснички. И приклеим их. Возьмем цветную белую бумагу и сложим ее пополам. Потом еще раз пополам. И еще раз пополам. Разрезаем и еще раз складываем пополам. Рисуем капельку, точнее ее половинку. И склеиваем.
Не забывайте про ниточку, на которой будут висеть капельки. И вот капельки готовы. Много-много капелек. Осталось только прикрепить их к облачку. А облачко к окну. Этот DIY Даниэле понравился больше всего. Для следующего DIY нам необходима бутылка. Чем она будет роднее, тем лучше. Выбираем длину и обрезаем. Снимаем этикетку. Теперь нам потребуются ветки. Много веток. Их длина и толщина может быть совершенно произвольной, как у меня. Или наоборот, вы можете сделать их ровными. Клеится они достаточно хорошо и быстро. Вот я и закончила. Этот оригинальный органайзер можно чем-нибудь украсить. Я взяла желтую ленточку и завязала бантик. Правда, симпатично получилось. Четвертый DIY самый простой. Идем в лес и собираем много-много шишек. Акриловыми красками я раскрасила внутреннюю поверхность. Так как у нас осенняя тематика, я взяла желтые и красные цвета. И еще смешала их. У меня получился ангел. И вот что из этого вышло. Кстати, я красила два слоя, потому что краска после первого окрашивания впитывается, и цвет получается не такой насыщенный.
Для последнего DIY нам потребуется много жалюзи, акриловые краски, кисточки, тоненькие. В моем случае это набор кистей для маникюра и гольца. Покрываем желтой белой краской в несколько слоев, чтобы цвет был более матовым, но не прозрачным. После того, как краска высохнет, приклеиваем суперклеем шляпки. Приступаем к самой интересной части. Вы можете нарисовать все, что угодно. Сердечки, цветочки, абстракции. Я начала с кисточек. Решила нарисовать сердечки. Лилия у меня получилась немного ровнее. А потом мне в руки попался дотс. И вот что из этого вышло. Теперь перейдем к результатам нашего большого конкурса. Копируем ссылку, на которой находится видео с конкурсом. Вставляем в программу рандомного выбора. Нажимаем кнопку «Мне повезет». И повезло Элине Хасхоевой. Привет, Даня, мой любимый герой Винни-Пух. А ВКонтакте я зарегистрирована как Элина Хасхоева. Давно хочу такие наклеечки. Теперь посмотрим, состоит ли она в нашей группе ВКонтакте. Да, мы видим, что Алина состоит в нашей группе ВКонтакте. И она сделала репост нашей записи, так что она выиграла в нашем конкурсе. Теперь посмотрим, кто будет следующий наш победитель. И в нашем конкурсе выиграла Кристина Зарва. Меня зовут ВКонтакте Кристина Зарва. Посмотрим, стоит ли Кристина в нашей группе ВКонтакте. И она сделала репост нашей записи. И мы выбираем последнего победителя на сегодняшний день.
У нас снова выпал комментарий по стене. Обновляем. Следующая наша победительница Даша Носова. Мой любимый герой Винни-Пух. Я участвую. Вконтакте я записана Даша Носова. Даша состоит в нашей группе ВКонтакте. И она сделала репост нашей записи. Я поздравляю победителя нашего конкурса. Те, кто не выиграл, не оставайтесь. Сейчас мы будем разыгрывать следующий конкурс. Для того, чтобы принять участие в нашем конкурсе, необходимо быть подписанным на нашу группу ВКонтакте Даниэль ТВ, поставить лайк и репост записи с конкурсом в группе ВКонтакте, быть подписанным на наш канал в Ютубе Даниэль ТВ, поставить лайк и оставить комментарий в Ютубе о том, какой гейбер вам понравился больше всего из этого видео. Внимание! Если ВКонтакте ваше имя не совпадает с именем в Ютубе, укажите в комментариях свое имя ВКонтакте. Все ссылки в описании. Результаты будут 15 сентября. Желаю всем удачи. Пока-пока.